Надеюсь, вы не меня. Ну, кому? А если бы вам предложили сняться именно на татарском, сыграть на татарском, вы бы согласились? А как же, конечно, почему? Ну, чуть-чуть подучил бы. Правда, многие смеются над моим московско-мишарским акцентом, но ничего. Все равно мы татары. Будущее может быть и такое, да? А почему нет? Я только за. Наоборот, я сейчас с вашей помощью призываю. Свободный актер Башаров. Готов работать и на татарском. Первый мой вопрос был. Бачком. Его в конце убивают или нет? Мне сказали, нет, в нашей версии он будет жить. И, наверное, может, это правильно. Потому что так много негатива вокруг, так много плохого, что должно быть, добра побольше должно быть. А тем более, мы же татары, мы такие сентиментальные, мы такие ранимые, тонкие, чувствительные. Не должно быть у нас у татар плохого конца. Мы не достойны этого. Мы достойны только хорошего. Сколько мы терпели, сколько мы мучились, сколько мы созидали, сколько нас мучили, пользовались нашей добротой, нашим гостеприимством. Мы достойны хорошего. Все, вы меня отпускаете теперь одеваться? Да, да, все. Не в денежном отношении, вообще долг, как бы он же все равно как бы тоже увеличивается, да. Так. Вот. Поэтому он как бы решил отдать свой должок. И вот случилось такое, предоставился такой случай, как бы, и тем более это, скорее всего, ему очень надо, потому что надежных людей у него практически нету. А он очень надежный, асфандиар. Поэтому заодно он хотел бы, наверное, двух зайцев одновременно поймать. И должок вернуть, и себе человека найти. Для бизнеса. Угу. Душевную сцену, открытый разговор какой-то. Угу. Все-таки дружба между ними должна быть. Угу. Тем более долг их как-то обязывает, да? Сплочать. А обязательно, обязательно. Да. Тут дружба должна быть. А у них тоже есть режиссер. Красно. Наш телеканал. Подождите. Кто? Саша. Еще? Диана тоже? Нет, устроим. Нет, да. Давайте мне фотосессию тогда. Для прямо всех. Обязательно. Нет, мы сейчас разобьем. Прямо обязательно. Нет, сначала надо показать, наверное, чтобы всем камерам. С первого кадра удачно. Да. Ну тогда мне надо снимать. Вот так. Давайте с вами. Да? Сейчас я. Әлбәттә сөендем. Телефоннан миңа шалтыратып әйткәч, мин туктап калдым, сүзсез калдым. Мин нәрсә әйтергә белмәдем, мин калтырана башладым, чөнки бу бик ответственный роль дип әйтәсем килә, бик серьёзный, җаваплы роль. Шуңа башкарып чыгалармын дип өметләнәм, чөнки мин спектакльдә уйнаган идем. Безнең Әтнә театры куелышындагы спектакльдә катнашкан идем. Так нормально? Рюкзак вот так. Или все так? Вот так, вот так. Вот так. Давай, готовы? А хлопаться как вы будете? Сейчас иди, Влада. Шумная на площадке. Камера есть? Вот. Мотор идет. Бисмилляхи рахмани рахим, нужно сказать. Начали. Камера есть? Мотор идет.
Начали! Телефоннан мен ашалтырады беткеш, мен тұқтап қалдым, сөзсіз қалдым, мен нәрсе айтырға білмәді, мен қолтырана башадым, шынке бұл бек ответственный рол деп айтасым келе, бек серьезный рол, әйе жауаплы рол. Шуңа башқарып шығалармын деп үмітленем, шынке мен спектакльда ойнаған едім. Туфановыйда ол татарның бүтін фажиғасын көрсетті тұрған, ғымеләштірген, нендейдір бек күшлі образларының бірсі. Анда үште бар, анда хүсітте бар, анда нықлықта бар, анда бүгінгі бизнесқа бара тұрған күшлі нықлығы да бар. Лекин замананың Гамлеті түгіл мекені деген шондай ойым да бар менің Уәли Ахмет турында. Бик күшлі һәм бүгінгі татарның, бүгінмен татарның мендедір бір жиылма образы. Ул әлбәттә роль миңа бик ошый, күңелгә якын. Киләчәк нәтиҗәсе эш беткәч билгеле булыр инде, нәрсә булыр, менә шул. Әйе, монда ниндидер үзгәрешләр бар, һәм ул монда нык кырысрак тагында катыракка әйләнгән кебек тоела. Менә нишек булыр инде ул. Ләкин күңелдә барыбер, минем күңелдә Туфанның Вәли Әхмәте дөресрәк һәм якынрак кебек тоела. Режиссер, операторлар, гомумән сценарий буенча нишек барылып, образ кайсы якка ашылыр, әле ул билгесез. Алла бирса, барыбер эшнең ниндидер нәтиҗәсе булыр дип өметләнәбез. Начали! Ой, Әсфәндияр! Әсфәндияр! Әсфәндияр, тукта әле! Улам! Ой, хәзер! Бәлә кабыл юк! Габдрахман абзый үлгән, иң карт кешеләребезнең берсе иде. Картайып, Құдайым, бір күн әкір яңынан кірі оңмаған едім. Елі қалларын біліп шығын кеп кірсіп, кеше өлгендірінді көресіп. Сәләхі дейін өзіға әкшіп көрсіп. Сонынды башта сені яңға келім дейдім. Оңай дейдіз кеске? Білмем, шол келі алыр мекен. Ауырып ятадыр деген нәрді. Уфадан қойтып жетмеген әлі. Бірақтая кетесің мәлі. Мүшілік сыңа сөндер. Өлім түкләрі барысы да сандықта. Білмейм, ақшасы бар ма, юқ ма? Не, оның енді садақа бір кішісі де юқ, яқпай алғызы еді. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар информ мәгълүмәт агентлыгы.